В этом видео рассмотрим, как заменить дверной замок BMW X5 53 кузов самостоятельно. Замок приобретал на Али, запчасть можно найти по оригинальному номеру, который я оставлю в описании под этим видео. Для начала нам нужно снять обшивку двери, более подробное видео уже есть на канале, ссылку тоже оставлю в описании под этим видео. Там же вы найдете несколько видео о том, как заменить дверную ручку самостоятельно и отрегулировать трос дверной ручки в том случае, если ручка открывается в крайнем положении. После того, как сняли обшивку, не забываем снять трос ручки и отстегнуть лампу подсветки ручки. Центральная часть дверной карты фиксируется у нас одной скобой металлической, и ответная часть на карте – пластиковая вставка. Далее отстегиваем три разъема блока управления стеклоподъемниками, откладываем их в сторону. Снимаем плафон подсветки в нижней части дверной карты. В том случае, если вы планируете отстегивать разъем Airbag, рекомендую отсоединить клемму минусовую от аккумулятора. Далее откручиваем дверной Airbag. Airbag фиксируется тремя болтами, оригинальные номера оставлю в описании под этим видео. Далее снимаем пластиковую заглушку двери и откручиваем болт, который фиксирует наружную часть дверной личинки замка, после чего снимаем личинку замка. Отдельное видео о снятии личинки замка есть на канале, ссылка будет в описании под этим видео и во всплывающем окне сверху. И откручиваем дверной замок, он у нас фиксируется тремя болтами. После того, как открутили крепежные болты замка, снимаем замок с посадочного места и отводим его в сторону. Далее отсоединяем разъем при помощи пластикового инструмента и выводим замок через нижнее отверстие в двери. Так выглядит вышедший из строя замок, износ механизма. Далее отщелкиваем фиксатор и снимаем трос замка. Устанавливаем трос на новый замок, заводим и защелкиваем фиксатор троса. Снимаем тягу замка, выводим с посадочного места и устанавливаем тягу на новый замок. Защелкиваем тягу замка в посадочном месте пластиковой втулки. Заводим замок через нижнее отверстие в двери. Устанавливаем тягу дверного замка через верхнее отверстие в двери. Устанавливаем разъем дверного замка и защелкиваем. Далее устанавливаем замок в посадочное место и закручиваем болты для фиксации замка. Устанавливаем личинку замка, закручиваем болты для фиксации дверной личинки замка при помощи шестигранника. Устанавливаем трос ручки и фиксируем его в посадочном месте на замке. Более подробное видео об установке ручки и троса ручки можно найти в описании и во всплывающем окне сверху. Устанавливаем Airbag, закручиваем три болта для фиксации. Далее устанавливаем клемму аккумулятора и проверяем работу нового замка. Устанавливаем боковые заглушки на место и устанавливаем карту дверей. Более подробное видео об установке карты дверей можно найти в описании под этим видео. Надеюсь, данное видео будет полезным. Подписывайтесь на канал. До встречи на канале.